искала тел душу вновь, запутывала жизнь судьбу свою, каракала, сдирая руки в кровь, мечтая оказаться вдруг в раю. Нам часто кажется, мы вечны под луной. Все с нами будет в этом мире вновь и вновь. Все вдруг исчезло, закипает кровь, а сердце отогреть могла любовь. Смешались небо и земля душе моей, горит огнем истерзанная плоть, а разум говорит, дорога есть, терпи лишь надо слабость побороть. Нам часто кажется, мы вечны под луной. Все с нами будет в этом мире вновь и вновь. Все вдруг исчезло, закипает кровь, а сердце отогреть могла любовь. Нам часто кажется, мы вечны под луной. Все с нами будет в этом исчезла, закипает кровь, а сердце отогреть могла любовь. Только что в нашем эфире прозвучала песня «Казачья» в исполнении проекта «Судьба барабанщика», который недавно дебютировал в городе Новосибирске, на сцене города Новосибирска. Ну а мы сегодня будем знакомиться с этим замечательным проектом. У нас в гостях Татьяна Храмова, Павел Барыбин, Виктор Горогуля и Герман Шабанов. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с самого первого, с самого простого. Это «Судьба барабанщика». Программа называется «Колыбельная для барабана». Да, так точно. Я так понимаю, это своя такая особенность, интересная идея на тему того, что можно человека, собственно, без помощи других музыкальных инструментов создать вот такую, ну, как мне кажется, нежную, добрую, хорошую атмосферу, обстановку. Ну, мы тоже поначалу думали, что это идея, потом, когда мы попытались это сложить на барабаны, выяснилось, что ничего у нас не получается, потом мы попытались все-таки добиться, уже хотели все это бросить, потому что как идея это не работает, и пока мы не признали, что это отдельная философия и погружение в основы человеческой жизни и объяснение, что такое барабан для самих себя, у нас ничего не получится. Поэтому это же не столько идеи, сколько философия. Ребят, ну давайте тогда будем разбираться в вашей философии. Вообще, вот в вашем понимании, что такое барабан? Вот почему были выбраны действительно именно барабаны, а не другие инструменты?
Ну, в этой жизни вообще все просто. Ну, на самом деле, это опять же было, нам казалось, на уровне идеи. Я много чего в этой жизни придумывала. И тут мне как показалось, что мне надо, в конце концов, что-нибудь для своего мужа придумать. Гера Шаманов все-таки мой муж. А он барабанщик. Все просто. А мне казалось на тот момент, что я барабаны ненавижу. Вот, правда... Домой приходит постоянно. Ну, дома это невозможно, соседи бы нас выселили очень быстро, если бы мы это дома делали. Вот, хотя это тоже было в этой жизни. Вот, но нет, я просто не могла слушать звуки барабанные. А как-то на фестивале во Франции, правда, с театрами мы туда ездили, и я вдруг обнаружила, что нет, барабаны я люблю. И я тогда для себя так решила, что я их ненавижу ровно потому, что я их очень люблю. Но этот звук и то, как они используются, и что от них осталось, от барабанов в использовании в музыке, я это просто слышать не могу, меня это разрушает. Но это все открывалось потом, мы сначала начали делать. Вот, и вот мы начали с Герой все это разрабатывать, поняли, что мы задохнулись, что это какой-то совершенно сумасшедший объем, что нам вдвоем никак, это нужно срочно какую-то нам реанимацию. И вот по доброте душевной, ну, понятно, что музыканты между собой все общаются, а вот Павел, значит, появился в нашем коллективе, в компашке тогда еще. Вот. Хотя «Судьба барабанщика» название сразу родилось. И «Колыбельная для барабанов» сразу родилось, потому что сначала явилось звучание, пока я вылавливала. Но оно действительно колыбельное звучание. То есть, да. К этому вот во всех, да, композициях программы к этому стремились. Да, это такой это основа строя. Это, может, потом Витя еще объяснит, он у нас, да и Гера у нас музыкант. Я-то так, я фантазер. Я просто фантазер. Я чего-то слышу, чего-то вижу, чего-то чувствую. Да. И начинаю им разгонять это все. Говорю, нет, не так, а они там пытаются это все просить. Люди все равно, мне кажется, вот вопрос тех, кто вот только-только включил и услышал там «Колыбельная для барабанов», с использованием барабанов. Ну, под барабаны же, казалось бы, вот громкие звуки, да, вот как мы привыкли. Под него же, ну, не уснешь, да, ну, «Колыбельная», что песня успокаивающая для сна. Все, наверное, складывается из опыта. Это вот так, это все сложилось. Что-то у меня пришло из детства, потому что я так пела песни. Я очень любила сказки, я любила колыбельные, сам жанр. Мне нравились распевы, у меня очень много родня, у меня очень многонациональная, во мне очень много национальностей. И я знала, что все колыбельные разных национальностей, разных этносов звучат по-разному, при этом у них есть нечто общее. Конечно, я в детстве об этом не думала, но это помнила. Потом, то есть я обожала барабаны, я тоже их любила, но потом, войдя во взрослую жизнь, я их возненавидела. Много чего происходило. Опять же, муж барабанщика. Это вот как-то вот все соединилось. Звучание вдруг возникло. Я к нему обратилась. Оно мне ответило. Я очень любила слушать море, потому что моя юность прошла возле Черного моря. Я слушала звук волны, движения. Я слышала, что это все разное. И вот это вот все как-то все объединилось. Но всплывать это все стало только тогда, когда мы с этим материалом начали работать. Да. Это судьба называется. Привела просто к этому. Пришло. Вот. И так оно, так, и поэтому, когда я этот услышала материал и стала пытаться объяснять, я стала искать формулировки. И как-то мы сидели в галерее у художников, там с друзьями отмечали какой-то день рождения. Я говорю, да вот у меня очередная идея там мучить. Не знаю, я даже не знаю, что это за материал, потому что я его не знаю в существующей природе. Ну, как тем, которые я его слышу. Они, ну, ты хоть как-то сформулируй. Мы там что-то ржали. Я говорю, да я не знаю, это какая-то колыбельная для барабанов. Они начали громко ржать. Я говорю, ну это правда. И тут я поняла, что я что-то такое озвучила, что на самом деле так и есть. Ну, поскольку я всю жизнь занимаюсь тем, что соединяю несоединимые вещи, и потом получается какой-то интересный результат, то я сразу поняла, что, видимо, я попала в десятку. Это так и есть. Потом я стала к нему приставать с вопросами, Гере, как можно форму музыкального строя, вот колыбельный, встроить в барабан. А когда мы начали работать, мы поняли, что только барабаны могут полностью осуществить энергию колыбели. Только барабаны, и не мешая, никакие другие инструменты могут внести, именно энергетически внести глубину барабана. Ну а как же музыкальность, а как же определенная, так скажем, помощь для голоса, который должен идти по мелодике? Ну, барабаны, ритм, голос, мелодика. Если мы
знаем такое слово тональность, тональный строй, то вот она будет звучать в до-диезе, в до-диез миноре. Вот есть вот у Рахманинова такой концерт до-диез минор. То есть ему очень много произведений таких серьезных именно вот в этой тональности написано, потому что это та именно частота, с которой колеблется вот наша планета Земля. Вот так вот она вращается. То есть его очень много, это вот если в герцы перевести, вот с этим это все связано. Вот. То есть не ля минор это, в общем. Давайте коснемся музыкальных инструментов. У нас три разных барабана. И почему именно они? Большой, вот, поменьше чуть-чуть. Витя, покажи свой голос. Так. Не только барабанный. Скажи что-нибудь, почему они разные. Он нет, главный философ и глубоко изучающий предмет барабанов, именно вот этого, это, конечно, Виктор. Когда он появился, у нас появился уже окончательный профессиональный окрас и возможности барабанов. Потому что Пашка у нас отвечает за то, чтобы великое превращать в удобоваримое в простое. Он все время говорит, это просто начинает играть. Гераночек у нас камень, а он у нас непреодолимый твердый камень, он держится за основы. А Виктор у нас философ. Друзья, на самом деле, я надеюсь, нам удалось вас зерно интереса такое зародить. Вы услышали, как звучит колыбельная для барабанов, казачья колыбельная, между прочим. И напомню, что сегодня у нас в гостях был проект «Судьба барабанщика». Татьяна Храмова, Павел Барыбин, Виктор Горогуля и Герман Шабанов. Спасибо вам большое и дальнейших творческих успехов. Спасибо.